Внутренний диалог смартфоном, чтоб не утек, заткни. Интервью на YouTube фоном, зарядку в розетку воткни. Так шли рабочие дни. Средство производства грез, защитным стеклом для экрана. В этом потоке информационной ленты, мемов и видео, где ты сама. Сможешь ли ты зайти в Инстаграм после кремации своего тела, чтобы выложить свои некогда сексуальные кости, обтянутые кожей, ныне перемолотые и с пеплом? Хочешь ли ты на своей стене в ВК соболезнования близких и знакомых в связи с собственной смертью, конечно, прочтешь, но язык постепенно будешь забывать. Слоняться будешь, искать место, где незащищенным сексом занимается твоя будущая мать. Главное скорее взять смартфон маленькими ручками. Опять, но вначале облом, детский фейковый телефон. Потому что мать сволочь. В прошлой жизни эта стерва была твоей злейшей подругой, что увела твоего парня. Теперь ты его и ее дочь. Ау-ау-ау. Такая карма. Типа электрическая ночь. Ау-ау-ау-ау. Скорее детскими ручками смартфон. Вот и Инстаграм, вот и Инстаграм. Ау, пау, чики пау, трин сим, бэйби. Поэт исследователь, бэйби. Трин сим, бэйби. Поэт исследователь, бэйби. Бэйби. Сенсорические смартфоны. Трин сим. Тики-пау, понечно, чувачела, привет, чимпау, пау, 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 пау.